на месте. Мы приветствуем Кристерса, он идет к маме. Мы спрашиваем разрешение мамы на его диагностику и чистку. Мам дает. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Кристерса под ногами, 360 градусов вокруг него. Сканер сканирует все 7 тонких тел Кристерса, находит все. Но у него вышел один ящер только, и он небольшой. Только один ящер? Какой у нас никого больше нет. Считай цифры над головой ящера. 87. Ну, это молодой, да. Сколько ты находишься в этом биополе, ящер? 2 года. Тебя подкинули сюда? Или ты сам пришел? Он сам выбрал цивилизацию ящера. Подкинула, да. Ты присутствуешь еще в доме, где живет Кристерс? У тебя там есть что-то? Хорошо. Нет, никого в оболочке. Хорошо, начинаем. Значит, у нас один ящер, больше никого нет, да? Нет. Дай команду тонкой копии Кристерса спроецировать все энергетические и сферические каналы. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. У него, знаешь, 2 канала выстроилось. Один к ящеру, а другой, не пойму, что там пусто в клетке. Вот дай так. Команду на каких-нибудь подселенцев. Хорошо, неупокойные души, может. Переходим на чистоту неупокойные души, бесплотные подселенцы. Да, есть душа. Неупокойная? Хорошо. Да. Неупокойная душа, представься, как тебе обращаться? Эльза. Эльза, как давно ты находишься в этом биополе ребенка? 4 дня. Ты пришла для того, чтобы тебе открыли портал? Мне так сказали, можно. Мы действительно открываем порталы. Как давно ты закончила свою жизнь на Земле, это воплощение? В каком возрасте? От чего закончила? В 2002 году. Сколько лет тебе было? На картинке разные показывают. Что там? Наркотики, передоз. Сколько лет, непонятно. Она начала рано. 18 умерла. 18 лет умерла? 14 раз первый. А это уколы, наркотики какие-то. Шприцы она показывает. Она показывает, что у нее как черные вены и глаза какие-то черные. Под глазами, вернее. Понятно. 21 год. Ты назад, ты закончила свою жизнь. Как ты провела это время? Как ты жила? Где ты жила? Как ты питалась энергией? Она показывает компанию, в которой она была. Она там осталась и пыталась всякими способами им навредить. Почему? Чтобы они прекратили? Да, навредить, то есть преградить доступ к покупке. Предупредить их? Предупредить, да, у них то исчезало, что тут денег не было, то какие-то постоянно преграды она им пыталась ставить. Получилось у нее? Где-то получалось. Где-то они ее видели в наркотическом состоянии. Понятно. Хорошо, больше вопросов у меня нет. Ты готова уйти в светлый портал и начать новую жизнь? Я очень виновата перед своими родителями, и я бы хотела попросить у них прощения. Хорошо. Так, как мы можем... Даже если они меня не услышат, я от всей души прошу прощения и благодарю их. Хорошо. Собираем эту информацию и отправляем по адресу ее родителям. Родителям Эльзы. 1, 2, 3. И пошла информация. Они ее получили. Они ее получат, потому что эта информация искренняя от всей моей души с великим намерением. Замечательно. Хорошо, Эльза, ты готова уходить? Да, готова. Открывается светлый портал в чистилище. 1, 2, 3. И Эльза уходит в этот светлый портал. Ее куратор встречает все, кто ее знали, любили по ту сторону, встречает ее. Знаете, я ничего не боюсь. Я все осознала, поняла и приняла. Это самое. Всего тебе доброго, Эльза. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готова. Идем дальше. Реверс закончился, да? Да. Установили фильтр с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Кристерс забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Все, что у него похитили, все, что изъяли, до последней капли возвращает Кристерс себе обратно. Он хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Пошел процесс. Готово. Хорошо. Реверс закончился. Ящер. Выходи, вытаскивай все, что ты оставил в биополе ребенка, возвращайся назад. У него какие-то, я не знаю, как это называть, как нить по всему телу. Хорошо, что это за нити, ящер? Как они воздействовали на ребенка? Как аллергия у него, высыпания были.
Несовместимость энергии, понятно. А для чего ты их установил, эти нити? Как они действуют? Он вливался в него. По всему телу подключался. Он хотел полностью занять это тело? Именно этим он и занимался. Него собственные какие-то энергии, которые он менял. Он забирал у него энергии по чакрам и свою как кислоту какую-то туда менял на его энергии. Ящер, ты опасно живешь. Ты очень опасно живешь. Ты представлял себе, что ребенок может тебе дать откат? Что ты можешь получить все назад, тебя просто разорвет от этих болей. Ты хочешь испытать их на себе? У него не было боли. Неприятные чувства, да. Хочешь испытать эти неприятные дискомфорт чувства? Дискомфорт небольшой. Я тоже испытывал дискомфорт, обмениваясь энергиями. Ты испытывал дискомфорт. Гармонизируя с ним. Скажи, что было бы, если бы ты не вошел в это биополе? Испытывал ли ты дискомфорт от его энергии? Нет, его энергии. Я испытывал дискомфорт, гармонизируясь. Дальше шел обмен энергиями. Ты меня не понимаешь. Я говорю сейчас о причинно-следственной связи. Ты бы не стоял сейчас в клетке тюрьмы, если бы ты не делал что-то, что запрещено мирозданием. Он все собрал. Он молчит. Хорошо. Мы узнаем, что с тобой, ящер, делать у межгалактической полиции сегодня. Когда закончим, для того, чтобы ты не думал, что для твоей цивилизации здесь все рады тебе, и ты можешь делать все, что угодно. Это не так, это далеко не так. Даю команду на рассинхронизацию Кристерса с ящером. Пошла рассинхронизация, до 100% заканчивается автоматически. Сколько тебе лет в человеческих годах, ящер? 87-й. По нашей ленте времени, как понять? Он затрудняется ответить. Он может сказать 16-17, но у него есть знания, которых нет на Земле, поэтому очень трудно сравнивать. Синхронизация закончилась. Это верно. Здесь трудно сравнивать, особенно когда ты заходишь к такому маленькому ребенку. Включая внутренний белый свет, Кристерсу этим светом выдали из себя все негативное, патогенное, остаточные энергии на чистоте ящера его подключек. Свет пошел, энергия выходит, формируется в шар. Шар готов. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку, закрывая печать и растворяй. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Он чистый, но гармонизированный. Это мы все уберем. Хорошо, Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. Да, слушаю. Еще раз приветствую. Я не вызывал бы тебя из-за мелочи, но здесь дело в том, что ребенок, ящер маленький, все-таки 87-й. И он уже 2 года сидел в нем. Посмотри, пожалуйста. Мы таких называем паразит. Он паразитирует на чужой энергии без конструкции, просто синхронизируясь и паразитируя. И забираем. Запуская все свои энергии туда. Благодарю тебя. Давай, ящер, пиши письма. Мы забрали. Поехали дальше. Готово. Хорошо. Кристерс, мы закончили твою чистку. Как ты себя чувствуешь сейчас? Радостно чувствую. Энергии сгармонизированы, и я чувствую баланс внутри себя. Отлично. Будем возвращать тебя назад в твою систему биоробот-душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Кристерса в его систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Я очень надеюсь, что эта защита защитит меня. И ящер не вернется больше. Я не буду больше нервничать. Ящер больше не вернется. Кроме того, защиту тебе должна выставлять мама своей энергией, своей визуализацией. До 16 лет ты зависишь от ее энергии. Мы обращаемся к маме. Она должна наполнять его энергиями, этими частотами, которые мы указали. Кроме того, мы перешлем еще дополнительный материал после чистки. На Меркабу надеется. Меркаба, безусловно, мама должна тоже активировать его биополе. Для этого мама должна знать, как она выглядит. Отлично. Отключаемся от объекта.